Я снова живу. Здорово, Грэнвилл. Мементо, да, Мементо я помню. Спасибо, что напомнили. В этот раз я помню. Ура, я в этот раз вовремя на Анночку попал. Инста? Инста всегда. Я на Анночке последнее Агрангел время много играю. Я делаю последнюю ачивку в ДВД. На 20 топоров на радиус 24 метра. Теперь я напомню Мементо. Красавчик! Красавчик! Спасибо тебе! Спасибо, учитель! Спасибо! Как хорошо, как хорошо. Да где же вы лазите, а, гады? Здорово. Дримбет, здравствуй. Добрый вечер. Где ж ты лазишь, а? Оп, 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 оп. Ну, жоп-шот. Окей, будем считать. За колесами Клаудет вроде. Ну, не Клаудет. Но кто-то был. Дима, про Мементо не забыл? Я помню. Помню, Мурзик, спасибо. Спасибо. В эту катку я помню, что я взял Мементо. Спасибо, ребят. Вы лучше бы так бы напоминали, когда у меня эпиновая Мементо, когда у меня все уже на крюках висели. Я об этом забываю, блин. Лол, просто брать эпиновая Мементо и забывать, что ты играл его. Это жестко. Хераси. Вот это она меня ссытся. При том, что это осколок. Тригенера они мне уже забери. Порчу мне сломали сразу. Тут еще один сурф. What? What? Не, мне больше приколол тот топор, который я там кинул. Она что-то знает. От Будласта ты спасешься? Ну окей. Быстрый пробелчик. Привет, пожалуйста, ответь на вопрос. Тебе сколько лет? Все есть в описании. Что ты хочешь обо мне узнать, есть в описании.
Чубака, здорово, спасибо за подписочку, приятного просмотра. Добро пожаловать. What? What the fuck? Вот это меня зарашили, блин. Реально, пипец, как быстро, блин. И одного сурва только повесил, все. Наед сломали. Они мало того, что мне зарашили, они мне сломали все тотемы просто. Сильно. Тут модер немного того, в плане, о чем ты? Немного того. Эту катку я всрал уже. Реально, уже всрался. Я не донесу ее. Она сейчас осколок юзает и все. Хотя, подождите. А нет, я не успел скинуть. Я не успел скинуть, блин, минус момента. Просто обоссали, взяли меня полностью. Как хотели, так и обоссали. Да. Посмотри в конец с мелкой дичью. Может, кто-то с мелкой дичью играет? Да вроде не было никакой мелкой дичи. Не знаю, о чем ты, Ворон. Ну, кстати, здесь, в этой катке, я хоть получил один шот в ачивку. Тут реально 24 метра было. Ладно, будем играть жестче. Будем играть больше от... Туннелинг больше кемпа, больше контроля. А что делать? Отвык я от таких игр.